У меня вот этот маятник. Амплитуда была маленькая, и где-то секунд через 10 он плавно останавливался. Оказалось, у него оська болталась, и нужно было вот этот подшипник подогнуть внутрь. Видите, он подогнул чуть-чуть. Короче, подгинайте до тех пор, пока маятник не будет болтаться. То есть ось будет стоять ровно, не будет качаться. Я вот тут шляпку отломил, затягивал, когда все не знал, что с ним пытался регулировать. И самое сложное было разобрать его. Оказывается, вот этот кумпол, по которому молоточек бьет, вот он, сюда три винтика закручиваются. То есть вот эта штука ставится сюда. С обратной стороны завинчиваются три винтика. Потом вот эта чашечка, она оказывается вот так. Я думал, она приклеена там будет. Все вот это. И оказалось, что в этой чашечке внутри вот эта чашечка. Черненькая, пластмассовая. Вот. И надо. Она вот так вот стоит, эта вся байда. Надо отделить вот эту пластмассу от этой кожуры. И там будет изнутри винтик. Сюда вот винтик закручивается. Ну и все, когда разберетесь, сразу станет все понятно. Вот такое волшебство. А вот этот кумпол снимается двумя. Я вот сломал это. Вот сломал не при сдергивании, а заводил, когда не до конца одел и начал заводить. И она там потрескалась. Надо, если будете заводить, одевайте до конца ее. Ну вот, двумя отвертками просто симметрично поддеваете, и она снимается. Вот молоточек вот этот, он бьет как раз по вот этой чашечке. Сейчас попробую продемонстрировать. Красота, не правда ли? Всем пока!